Всем привет, дорогие друзья, с вами Винсман, и сегодня я вам расскажу, как скачать и где скачать Call of Duty Mobile 1.0.4 версия. Но перед началом видео не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Для тебя это секунда дела, но мне будет очень приятно. Ну а мы, собственно, приступаем к видео. Все ссылочки на игру и на VPN будут в описании. Кому будет лень скачивать, ну, находить это все, переходим по ссылочке. Но я вам расскажу для начала, где скачать игру. Ну, в нашем любимом TapTap'е тут много игр. Вот, даже она на первом месте. Вот, нажимаем ее, на первом месте она. Так, и скачиваем. Она у меня скачанная, так что... Переходим сразу к VPN. VPN у нас в Play Market, нигде его в другом месте нежелательно скачивать. Называется он Proton VPN. Да, вот Proton VPN. Тоже ссылочка будет в описании. Вот, он у меня скачан, открываем его. Это же бета-тест у нас. Так, 6 дней. Тут надо зарегистрироваться и вам выбрать какой... Пакет бесплатный или премиум. Я тут бесплатный взял, у меня 7 дней. Так, ну я понял, все. Это бета у нас канадская вроде как. Но надо включить австралийский VPN сервер. Вот. Включайте первый, не знаю, если у вас первый не работает, попробуйте включить остальные. Тут их во сколько. Тут 28 штук. Я включаю первый, у меня на первом работает. Тут ждем пока... Законнектится. Все, законнектился у нас VPN. И, собственно, заходим в игру нашу скачанную. Вот на первом сервере Австралии оно зашло без проблем. И вот у нас второй день. И мне дают вот эту ППшечку. Да, PewDiePie 57, короче. Зомби-ген. Кстати, у нас, да, и вот будет еще режим один, как, один сам за себя, по-моему, с 20 по 21, вот, coming soon, ну, 20 июля, так что, кто еще не играл, тут поиграет, так, ну, я понял, нет, это, что, я понял, а, все, крестик, блин, не увидел, бай, премиум, угу, за что, кстати... Кстати, хочу вам сказать на заметочку, что прогресс в этой бетке будет сохранен, и следующие либо бетки, либо релизной версии у вас прогресс сохранится. То есть, если вы по Фейсбуку зайдете, то у вас все сохранится. Не будет утерян прогресс, как в прошлых версиях. И, кстати, на удивление, ЦПшки валюту нам 5000 не прислали, и... Battle Pass не как покупать. И вообще оружки тоже не как покупать. Вообще 0. Видите, вот эта цешка это 50, а ЦП у нас 0. Не прислали. Все, пошла реальность, и в реальности нам ничего бесплатно не дают. Че, давайте попробуем геймплей. У меня уже 4 левел. Тут на 7 Battle Royale, а зомби режим неизвестно когда будет доступен. Так, давайте play. Посмотрим. Кстати, они, наверное, оптимизацию улучшили. Тут вообще с каждым разом прямо игра вообще красота. Не знаю, давайте вот эту Nike Town. Мне эта карта вообще по душе. Там тащить можно на изях. Другие карты как-то мне не сильно зашли. Блин, особенно там карта есть какая-то в каком-то здании. Это вообще жесть. Там крысят, блин, вообще по всем углам. Вот, блин, идешь, и там везде эти враги. Ага. Так, одного плеера мы ждем, да? О, вообще на изи идет. Да, братан? Что ты стоишь? А как у тебя АК? Ты чё, донатер, да? Смотри, все донатеры. Кроме вот этого чувачка, да? Ты как и я, бедный, да?
Бедный, блин. Не, ну блин, если бы даже сильно донатить, я прям в игры не собираюсь, но если очень зайдет, то может задоначу. Да, чувак? Да, все, погнали. 30 киллов нам надо. Так, опс. Так, 2 килла, погнали. Так, тихо. Все, блин, сколько уже киллов? Походу уже... Сколько? Наверное, уже где-то 6 киллов есть, да? Я точно не знаю. Бляха. Так перезарядись ты! Бляха. Так, тихо. Это пинг прям летает, прям реально. Снайпер даун, да. Сдохли, блин. Так, где еще? Блять, я походу сам себя, да, убил. Да, такой взрыв мощный, я сам аж сдох. До скольки там идет? Ну смотри, мы уже, бля, пинг. Почему пинг такой большой? Так, где крысы? Где? Где, бля? Подожди, где вы вообще? В домах заныкались, да? Ничего не понял. Вы куда заныкались, а, братва? Вообще ни одного нет там. А, вот они вы. Да. Рашим, блять. О, мне доступна вот эта ракета. Все, ракетку сейчас запустим. Где они там? Вот они. Все, минус 3, походу, да? UAV онлайн, да. Где, паскуды? Тихо. Где, сука? Все, минус. Минус снайпер даун. Юрикин с ракин баре, блин. Пацаны, ну это вообще... Ой, бля, куда я запустил, братва? Бля! Все, да, Виктори. Нифига себе, мы их там вообще облупали, блин. Сколько ж кило у меня, а? Надо 2 царик, наверное, есть. Блин, 3 царик хотел. Не, ну на этой карте вообще тащим. Да, на первом месте вот. 2430, они он даже, блин, 1225 максимум второе место. Ну это вообще жопа. 28 килл, блин, 2 килла не хватило до 30-ка, блин. Ну что ж так, а все, паскудно. Так, прокачка. Че, до 6-го не дотянет? Да ну. Ну ладно. Чё тут, больше вроде показать нечего. Батл рояль такой же самый. Ну вот когда у меня 7-й уровень будет, тогда посмотрим.
Вот я вам рассказал, как установить и где скачать, и как новую версию 1.0.4 Call of Duty Mobile. Если вам было полезно видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Подписывайся на Инсту, на Дискорд, на ВК и паблик ВК. Всем желаю удачи, всем пока.